Доброго всем! Сегодня у меня на верстаке новая головка от Mitsubishi, двигатель 4D56. Их очень часто приходится варить. Стандартная беда этих голов – это межсидельные трещины и трещины от выпускного седла на форкамер. Чаще всего эта беда возникает на средних цилиндрах, хотя и другие не исключение. В данном случае ГБЦ клиента накрылась медным тазом, вся в трещинах, вся со стертыми коромыслами, изношенными клапанами и втулками, пострадал и распредвал с постели. Смысла восстанавливать старую не было, и клиент стал искать другую. И на удивление он нашел новую головку, хотя ранее наши клиенты жаловались, что не могли таковую найти. И приходилось восстанавливать то, что они имели. Коробка клиентам открывалась, проверялась, в нее он кинул новые клапаны и другие запчасти. В комплекте с ГБЦ идут новые шпильки и штуцер. Чья это головка, не поймешь, сам клиент также не в курсе. Заказал в магазине, и те ему привезли. На этикетке упаковки отмечено, что сделано за пределами ЕС. Поставщик запчастей — фирма Japan Parts, Италия. На самом офсайте указано, что это не оригинал и не более того. Сейчас не поймешь, одни делают, другие фасуют, упаковывают, третьи продают. В итоге чья конкретно эта головка, неведомо. На торце головки есть клеймо, изготовлено в сентябре 2021 года. Это клеймо с артикулом самой фирмы Japan Parts. Выполнена головка неплохо, я имею в виду визуально. Отливки, фрезеровки и качество обработки. Стоимость головки я, как обычно, озвучу на каналах Дзен и Рутюб. Размеры фасок стёдел клапанов на выпуске 1,8 мм, на впуске 2. В принципе, для этой ГБЦ нормально. Клапаны. На этих клапанах есть клеймо, сделано в Японии. Фирма, выпускающая эти клапаны, это Докура. Может, она, конечно же, японская, но насколько мы видим по работе этих клапанов, запчасти это не очень хорошего качества, да и по стоимости она идет дешевле та же Фреция, то есть стоит задуматься. Посмотрим на размеры клапанов. Выпускной клапан, ножка 7,93. Тарелка 3,4 мм. Длина 129,8, ну, можно сказать, 130 мм. Впускной тарелка 40,1 мм. 130 мм та же длина. 7,95. Проведу замер зазора по впускному клапану. Беру размер ножки клапана, выставляю по нему нутрометр. Впуск 5 соток. На выпуске те же 5 соток, но диаметр ножки выпускного клапана меньше на 2 сотки, значит и зазор будет 7 соток. Это на верхнем пределе, и это не самый плохой результат, тот, который я видел когда-то. Может быть, на других клапанах других фирм результат будет иной. К сожалению, клапанов другой фирмы для этой ГБЦ у нас нет, а поэтому и сравнить мы не можем. Утопание головки клапана относительно поверхности на впуске 1,2 мм, на выпуске 1 мм. Измеряю толщину ГБЦ. Здесь 94,15. Здесь 94,12. Ну, 3 сотки где-то, может быть, конечно же, есть погрешность. Владелец головки купил и новые коромысла, но уже с роликом вместо своих съедено. Конечно же, эти коромысла должны, по идее, работать лучше. Однако по ошибке ему дали коромысла все выпускные. Как вы понимаете, впуск и выпуск разные, а поэтому они не взаимозаменяемы. Вал новый,
и головка вышла по красоте. Ну а как она отработает, мы, может быть, и узнаем позже, если клиент когда-то вновь обратится к нам. А на этом у меня все. Оставляйте комментарии, помогите донатам каналу, ссылки на оказание помощи в описании под видео. И безаварийных вам поездок. С наступающим всех, ребята, Новым годом!